Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play. И мы продолжаем играть в игру Зомби Цунами. Ух ты, спасибо, птичка. Так, и у нас задание. Нам нужно золотые зомби. Золотые зомби, которых пока нет. И нам нужно будет с золотыми зомбами 5 машинок сломать. Так, будем ждать. Бонусную коробочку. Где-то она после Голливуда, наверное, будет. После Голливуда. Где-то здесь. Опа. Так, прыгаем аккуратненько. Так, 4 чувака. Опа, съели. Съели, хорошо. Так, пока автобус не можем. Вот еще одна толпа. Так, где же бонусные эти коробочки-то? Ух ты! Началось вот это прыгание в пропасти. Вот, наконец-то. Нет, квотербеки. Квотербеки, квотербеки. Так, ну у нас задание вообще-то другое немножко. Ладно. Ну хоть мы ежедневное задание, ребят, сегодня выполнили, то хорошо. О, успели, 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 успели все разломать. Так, и автобусы забираем. Ох ты! Видишь, что творится? Что творится? Птичка превратила в золото, а я-то перепрыгнул машинку эту. Все, 4 последних чувака. Ага, кого-то съели, кого-то не успели съесть. Ну, сейчас интересно будет. Золото, золото! Где машинки? Так, это не те машинки. Нам нужны другие машинки. Опа! Так, где же эти, которые будут ехать, машинки обычные? Почему же их нету? О, пошли, пошли, есть! Сбили мы все машинки. Мы выполнили, ребята, ачивочку очередную. Ух ты! Хорошо, как мы провалились в пропасть. Так, ну давайте заберем эспрессо из слизи угря. Они очень медленно, кстати, наполняются. Так, переведите 9 бомб в монеты. А, проще сделать с помощью зомб-птицы бомбы. А ну-ка. А где у нас такая зомба-птица бомбы? Так, давайте. Что, у нас группа людей? Что нет, хорошо. Так, зайдем в магазин. Птицу. Вот это зомб-птица. Одеваем прикид. Одеваем мы, наверное, на вот это вот заменяем. Все. Поехали. Так, толпа у нас. Вот сразу толпа людей стоит. Мы их кушаем. Так, а задание у нас, ребята. Прыгать 2 секунды. Ага, прыгать 2 секунды. А в смысле прыгать 2 секунды? Как это прыгать 2 секунды? А, вон оно как. Понятно, ладно. Так, все, попрыгали. Теперь вторая чивочка у нас. 9 бомб нужно перевести в монеты. Так, ну у нас птичка что не работает? Эй, птица, работай давай. Бомбы превращаю в монеты. Сейчас должна сработать. Птичка наша. Так, забираем танк. Так, баллон у нас. Ух ты. Хорош. Танк забираем. Так, нет, не срабатывает птичка наша. Я пытаюсь ее, чтобы она сработала. Нифига. Отдыхает она.
не хочет работать. Ты чего, птица? Птица не хочет работать. Видимо, надо немножко подождать. Офигеть. Она просто не работает. Ну, давай, срабатывай, птица. Так, и вообще эти птицы не работают. Они, одна должна машинки, другая должна бомбы превращать в монеты. Нифига, нифигашеньки. Просто летает и все. Ладно. Будем ниндзями бегать, прыгать. Пусть ей будет стыдно. Так, 19 у нас. Пока что зомбари и все упали. Так, трое осталось. Ну, вонючая птица. Ты еще не срабатываешь. Ни разу не сработала, вонючка. Не, что не одна, что вторая. Так, воспользуйтесь 5 стартовыми бонусами, бустерами в одной игре. Монетная бомба, машина, зомби, группа людей, бонус плюс. Ох ты, нифига себе. Тогда заходим в магазин. Покупаем. Эту. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Да? Я все правильно сделал. Так, и теперь вот этими нужно. Раз, два, три, четыре, пять. Всеми воспользовались. Офигеть. Я столько денег потратил, чтобы эту ачивку выполнить. Ну ладно. Посмотрим, что будет дальше. Теперь главное не помереть быстро. Может быть, мы вторую ачивку тоже сделаем. Так, зомбики у меня тут половина падает. Ох ты, ё-моё, аккуратненько, аккуратненько, ребятушки. Так, бомбочка. Хотя, по идее, они должны превращаться тоже в монетки. Ну, тоже бомбочка, видишь? Нет, я не знаю, когда птицы начнут работать уже, алё. Во. Что-то вот начали потихонечку работать. Так, не хватает, к сожалению, у нас зомбаков. Ну, будем проверять все. Наверное, эти бомбочки, ну не знаю. Нифига. Пока что 10 у нас. 10 зомбаков. О, ух ты, монетки. Во. Что-то начали уже как-то работать. Потихоньку. Наши птички. Понемножку, потихонечку. Все. Так, ачивки я проверяю. 7 осталось. 39 бомб монеты. Угу. 9 бомб монеты перевести. Так, здесь я не могу, аккуратно. Так, мне нужно максимально дольше здесь как-то остаться в живых. С бомбочками разобраться надо. Да ё-моё, птички, работайте, вы чё? Так, вот орбеки, отлично, отлично. Все, теперь я буду все бомбы взрывать. Так, если бы птички еще работали, нифига. О! Отличненько. У нас уже много, как смотри, стало. Так, бомбы, видишь, они не все срабатывают. Здесь вообще ни одна... Вот, одна только сработала. Странно. Очень странно. Ой, все провалились. Как жалко, как жалко. Так, а что у нас там по ачивкам? Так, три осталось. Ладно. Так, умрите в дыре номер 3. Ага. Умрите в дыре номер 3. Это что? Так, золотые монеты. Монетные машины есть у нас.
Так, умрите в дыре номер 3. Так, ладно. Это просто мы сейчас будем... У нас монетные машины, кстати, заработаны. Так, смотри, одна дыра. Нет, ладно, в следующий раз это будет делать. В следующий раз. У нас здесь монетные машины есть. Зачем нам погибать так, да? Посмотрим. На эти монетные машины. Так, когда птица ты будешь работать уже, а? Когда ты бомбочки будешь превращать в золото? Либо, может быть, в голде надо работать. Если сейчас будут у нас золотые эти самые чудобреки. Золотые зомби. Так, на автобус хватило, прыгаем. Давай, голд. А, дракон у нас выпал. Да, дракон мне сейчас пока не нужен. Ну ладно. Хотя я могу... О, видишь? Все отличненько. Сейчас будем дракошкой. А, все, время закончилось. Так медленно. Так мало времени дает. Так, ну ты будешь превращать-то их? В золото, алло. Нет, ну она сама должна сработать. Ладно, будем пока что прыгать. Не будем взрываться. Что-то смысла нету. Ну, видимо, знаешь, почему они не срабатывают? Потому что они не прокачанные птицы эти. Их надо реально прокачивать. Тогда они реально будут работать эффективнее. Они вообще игнорят птички, потому что они молодые, а когда они будут прокачаны, они будут большими. Тогда они реально будут что-то делать. А сейчас нет. Ты чё? Так, квотербеки. Отлично, 3 квотербека. Сейчас будем мы все крушить здесь. Особенно бомбочки. Которых... А, вот они пошли. Бомбочки. Так, крушим. Опа! Вот тут замануха была. Так, все, закончилось у нас эффект. О, спасибо, хоть кто-то нам сделал. А, надо было переворачивать нам автобус. Чё ж я так-то не перевернул? Ну ладно. Здесь прыгаем. Да. Ачивку хочется выполнить прям. Но птицы не работают вообще они. Очень плохо работают. Вот. Ой, молодец. Молодец, молодец, молодцы. Видишь, в конце что-то более-менее начали. Есть. А, есть. Ура, 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 ура. Ачивка выполнена. Делали мы ачивочку. НЛОшка появилась тут как тут. Опа, тихо-тихо-тихо, прыгаем. Аккуратно. Так, уже 220 монет мы собрали. Ну вот у нас, ага. Так, ну надо будет умереть еще. С зомбачками. Третьей дыре. Давайте, давайте, быстрее, быстрее, быстрее. Ускоряется время. О, thank you. Сработала птичка. Да, не успел прыгнуть, да. Заморозили меня. Так, отлетайте 16 секунд, как дракон. Ну, это легко, в принципе. Ну что ж, поиграли? Да, хорошо. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, передавайте приветы. Всем пока-пока. До новых встреч.